3 сентября в матче 8-го тура первенства России по футболу Новотроицкая «Носта» на стадионе «Металлург» принимала футбольный клуб «Уралец» «Тагильская сталь». Финальный свисток главного судьи зафиксировал результат ничья. Унылая игра, унылая ничья. Так, одним словом, можно охарактеризовать то, что новотроицкие футболисты показали на поле. Послематчевая статистика, в которой «Носта» владела мячом 61% игрового времени, никого не должна вводить в заблуждение. Порой создавалось впечатление, что сталевары не обучены атаковать. Перепасовки поперек поля с надеждой, что кто-нибудь из нападающих новотроичан окажется свободным. Постоянные пасы назад, которые часто перехватывали торпедовцы. Такую схему игры «Ностовцы» использовали в противостоянии с гостями. Отсюда и большой процент владения мячом. Кстати, за 90 минут игрового времени «Носта» нанесла в ворота Нижнетагильска команды всего 2 точных удара. Второй тайм практически ничем не отличался от первого. Да, «Ностовцы» немного прибавили в движении, стали чаще доходить до ворот соперника. Но в футболе, как известно, самое интересное – это счет на табло. А он не радовал. Нынешний турнир скоротечный, каждое очко в нем на вес золота. И может случиться так, что 2 потерянных баллов как раз может не хватить в борьбе за призовое место, о котором так давно мечтают новотроицкие любители футбола.